17 машин участвовало в праздничном четвертом этапе. Число не круглое, но это очередной рекорд соревнований, говорящий о том, что желающих попробовать себя в этом виде спорта становится с каждым разом все больше. Если мы год назад считали хорошим результатом, что у нас выходило 10-12 машин, то сегодня их 17. Это своеобразная победа для нас, как для организаторов гонки. И по зрителям вы прекрасно видите, что прошлую гонку было более 500 человек. А сейчас уже, если посмотреть на парковку, даже до 12, до начала, до открытия соревнований, уже парковка вся была машинами заполнена. И зрителям было на что посмотреть. Драйв вперемешку с ревом моторов, опасные моменты, когда не затаить дыхание невозможно, выходы из сложнейших ситуаций. Мастерство и опыт в такие моменты на первом месте. Ну и удача играет большую роль. Вячеслав Краснонос, пройдя первый заезд, набрав приличное количество очков, вынужден был прервать гонки. Второй заезд также шел практически лидером на первом месте, потом, к сожалению, подвела техника, и вообще в целом пришлось покинуть гонку, потому что техника подвела. Вот технические неполадки, скорее всего, разрыв ремень ГРМ. Но настроение, говорит Вячеслав, все равно было приподнятое. Отличная погода и спортивная атмосфера, ведь главное – участие, считает спортсмен. И все же каждый участник мечтал о победе и стремился к ней. И вот на пьедестале победители. Третье место – Александр Идрисов, второе – Анатолий Кириллов. И первое место. Кто победил? Первое место – чемпион 2022 года по гонкам на выживание. Березкин Андрей, номер 63, из города Москва. Следующий пятый этап состоится 5 марта. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ.